такое? Это что сейчас было? Давай мне босса так не знаю. Это же... Шутники первые. Какие вы шутники, ё-моё. Пистолет мне все равно не взять. Тирана мне быстро. Быстро мне тирана дай. Тирана мне быстро. А, и сейвру. Сейвру. Да ладно. Чего, блядь? Resident Evil. Блин, вообще просто жесть. Прикинь, представь, да? Ой. Юмор на юморе просто. Заметил, да? Прикол за приколами. Так, давай мне базуку не трать, окей? Договорились? Так. Хорошо. Вот где-то еще я видел, нет? Или только один? Так, ладно. Допустим. Сохраним. 17 минут, мне нужен босс, мне нужен финальный босс. Где? Где, мать его, финальный босс? Я уже столько прошел. Я уже целых 50 минут, короче, здесь блуждаю. Целых, мать его, 50. О! Третья арея. Зашибись. Здесь третья арея, это по-любому, короче, босс. Вот я просто тебе говорю, я вот просто тебе кричу. Смотри, босс, музыка сейчас затихает. Я ж говорю. А где босс? В скафандре, а где босс? Вот опа. Это что сейчас было? Погоди. А, это они так делают? Я думал, это опять этот вонючка. Блин, а музыка, смотри, заиграла. Типа сбежать там? Пока не сохраняюсь. Погоди. Я сейчас не въезжаю вообще. А где босс? Музыка поменялась. Что за подстава? Подстава-то вечная. Куда бежать? У меня тупо времени, что ли, не хватит? Да ладно. Так, а если у них жопа отрывается, значит он не ядовитый, значит, да? Ссаный, как озябра. Пошли вы в жопу. Буду я еще с вами возиться, короче. Давай, где босс? Ой, вот так. Кто? Кто? Не знаю, тратим уже автомат. Блин. У меня есть, короче, блин, если... У меня есть базука, один патрон, и 10 патронов, или сколько там, вот, в арбалете. А-а-а, 15 минут, я не знаю, хватит. Да ладно! Вы задрали со своими вот этими штучками, крючками, блин! Почему сразу критично не было? Съезди. Там дверь, здесь дверь, тут дверь. Погоди, ну скорее всего вот в эту дверь. Потому что она была преврежденна, я думаю. Давай мне босса так не знаю. Это же... Шутники первые.
Какие вы шутники, ё-моё. Да. Шутники, я просто вас валяю. Еще одна базука. Нет, ну мы точно приближаемся к боссу. Базуки, смотри. Говна кусок. Так, ладно, хорош. Да умрите, давай стреляем. Так, хорошо. А те, интересно, они как? Они это? Сами сейчас вылезут или когда я выстрелю в бочку? Ну, не в бочку, а вот. Сейчас проверим. Не, вроде не вылазят. Хорошо. Я сделал по-умному. На, коси, выкоси, уроды. Так, здесь лизун. Здесь лизун. Базука и лизун. Нет. Все, хорош. Так, ладно. А еще один. Еще один. Где? Хорошо. Красавчик. Красавчик, малыш. Так, ладно. Еще один. Ну, это просто дичь. Где? Твою мать, падла. Так, ладно, где травы? Хорошо. Все? Или у них там дыра откуда не вылазит? Так, базуку мне не взять. Окей. Снова у нас здесь развилка. Погоди, а у меня автомат, пистолета-то нет? Автомат так автомат. Говорили. Умер. Сзади там кто-то. Просто... Да сколько вас тут? Тут напичкали просто пипец. А вот вот пистолет. Ладно. Пистолет мне все равно не взять. Нет, нет. Тут, короче, слышь, все боссы, короче. Да ладно. Здесь, короче, всех боссов воткнули, походу. Жесть. Просто всех воткнули. В каждой, значит, арене по боссу. Блин, сюда. Здесь, да, наверное, еще. What the fuck? Откуда мы повылазили? Так, сюда. Окей, ладно, сохраняемся. Давай идем, наверное. Погоди, это, наверное, как обычно, выход. Опа. Как обычно, выход, наверное, из этой арены. Нет? Ну, прямо идти и прямо, и все. Все прямо и прямо. Ай-яй-яй. Хорошо, побежал. Ой, мать твою. Ой. Столько вообще дверей. Я думаю, мне тупо времени не хватит.
Почему-то вот мне... Я думаю, что это проблема сейчас. Потому что если они решили всех боссов переступить в арену, ну, в арею, то я убил только двоих. И это тупо, наверное, блин, нереально. Просто нереально. Так, не хватает места. Окей. А здесь, наверное, вообще... Тупик. Нафига я сюда пришел? Нафига? Просто нафига? И шуток кругом километр, короче. Просто подкулов я вообще... Подкулы кругом. Давай уже затихай, музыка. Где тут синий этот синяк? Тиран. Да в смысле? Да в смысле? Охренеть! Свалили нафиг. Так, аптечка. Аптечка мне нужна. Окей. Так. Алмазик. Да к черту мне этот алмазик, знаешь, я вот сколько играю. Тупик. Сколько играю, короче, в Резидент. Я так вот настолько вот сильно я не хотел, чтобы поскорее вылез тиран. Я прям жду, когда он вылезет. Так, сюда. Неужели здесь тоже тупик? Я специально не сохраняюсь, потому что... Ну его нафиг. Опа! А я чё, на правильном направлении? Смотри, человек лежит. Ну-ка. Давай, босс. Сколько можно? Ну сколько можно? Скажи мне. Сколько? Можно здесь ходить. Только не говори, что здесь еще... А, ёпта, еще здесь двери. Погоди. Еще место знакомое, не? Столет, я тогда сказал, да? Смотри, сейчас войду куда-нибудь. Где я уже был. Как так-то, ёп? Как так? Писец. 8 минут. Твою мать, ты чё, издеваетесь, а? Или нет? Фу-у-у. Как же утро, нафига накрутили, просто накрутили. Это же... Ну, я же говорю. Я по кругу. По кругу пробежал. Сейчас. Просто полная дичь. Сплошная дичь. Сплошная. Так, здесь мертвый чувак. Оружия не хватает. Смотри. А чё смотри-то? Куда мне вообще идти-то? Зомби опять ходит. Давай сюда. После гугаля такого дал. Ха, нормально. Базук. А. Стоп. Ну, идем сюда, значит. Так, я пошел к базуке, да, прямо туда. Давай сюда.
8 минут. Давай, Ричи. Давай, Ричи. Сохраняюсь. Дядя Буря. Что там разбилось? А. Да ладно, здесь просто тупо алмазик. Да вы задрали своими алмазиками. Давайте тиранам. Нахрен мне эти алмазики сдались. Тиранам мне быстро. Быстро мне тирана дай. Тиранам и быстро. Так. Давай сюда. Да ладно, босс. Да? Да просто всего-навсего сейв-рум. Ну, типа сейв-рума. Мне вообще здесь ничего не взять. Аптечка. Ой, блин. Ну а теперь-то куда? Где? Так, погоди. Где я вообще был, где я не был? Сюда я был. Сюда я был. Сюда. Был? Я запутался. Я просто тупо запутался. Так, гляди, вроде не было. А-а-а, блин! Был я тут? Окей. Так, это я с сейв-рума вышел, да? А. Нет. А, да, с сейв-рума вышел. Стопы! Сейв-рум, да, типа? А, блин, АН? А. Да ладно! Н, вот это вот желтенькое, это показано, куда мне нужно идти. Да? Я почему-то думал изначально, что ну, не, а вот это вот желтое на компасе, это сейв-рум показан. А это, оказывается, вон оно что, это показано, куда мне нужно идти. Да. Получается так. Ладно, связываться не собираюсь. Так, сейчас сюда. И дверь, которая будет направо. Наверное. Если будет дверь вообще. Ведущий мышь. Да, вот здесь я не был. Мыши. Так, а эта дверь не открывается? Открывается? Нет, не открывается. Ладно, идем дальше. Так, отсюда я вышел. Идем сюда. Просто жить. Просто жить. А я эту ловушку-то не заметил. Нет, сколько вас тут? Дядьки, вонючки. Так,
Падла. Почему? Почему так всегда? 5% автомата осталось. Ай-яй-яй. Сейчас еще жалюзи откроются, да? Вон туда мне надо. А-а-а! Прилетел! Пошел, вон! Там еще один? Ну-ка, вылазь! Блин! Так. Тут, наверное... А-а-а, вон. Я думал, какой-то обход опять. 5% да, от автомата осталось, короче. Надо как-то, не знаю, сейчас обходить это все. Ну, блин. Вот это я стрельнул. Вот это ништяк. Так, что у нас еще есть? Смогнул. Жизни нет вчера. На, обоих просто. На один смотри. Его насквозь пробило, но он живой. Ну, что-то не получилось так, что я сейчас. Сейчас я раз резко, короче, до босса дошел. И это. Жизни. Нет. Так, нужна печка. Окей. Мне нужно вон туда. Это вообще просто пипец. Просто пипец. Пипец какой пипец. Так, паучки. Уйди от меня. Блин, я, по-моему, здесь был с пауками, с этими. Просто бегаю по кругу. Бегаю по кругу. Где вход, где выход, непонятно. Да, я здесь был. Здесь этот Боря, по-моему, ходил, да? Я назад пошел. Вот сюда мне надо. Бляха муха. Или сюда, или туда. Вот ты босс. Да? 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 Нет? Да? 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 Нет? А еще одна. Только сейвру. Понял. Не понял. Где босс-то? Где, мать его, босс? Это жесть. Это жесть. Так, ладно. Идем дальше. Попробуем сюда. Да ну. Опять я сюда пришел. Ну там-то некуда идти. Тут-то некуда идти больше. Тут, по-моему, я все обходил. Да? Тут сломано, закрыто. Ну, по времени, честно. Тупо времени нет. Да из тупик, ёпта. В
приступи-к. Жесть. Просто жесть. Ай-яй-яй. Короче, ждем, сейчас время кончится и все. И заканчиваем. Вот. Вот. Дверь. По идее, которую показана буква N. Куда? Вот это желтая N. Куда надо идти? Здесь. Хлоп. Здесь так хлоп. И тупик, наверное, да, по-моему? Вот, аптечка, ладно. Говорили, допустим. Аптечка. А, и сейв-рум. Да ладно! Чего, блядь? А что не взрываемся? Нихрена. Да ладно. Так, стоп, а куда я ходил? Куда я пошел? А куда я ходил? Я забыл, куда я ходил. Е-мать! Я нашел, босс! Их два! Два тирана! Я хотел тирана, на, получи два! Хочешь тирана, получи два! Два по цене одного! Так, погоди, теперь ебать надо это... Вспомнить дорогу! Выше. Ну, надо вспоминать дорогу, короче. Как и куда пошел? Сюда? Опять сюда, да? Я забыл, у меня башка нифига не варит уже. Но... Четко. Башка уже не варит, нифига. Просто не фига. Так, если сюда. То, что я туда пришел, я их по-любому не замочил бы. У меня 30 секунд осталось всего. Я здесь пить не дал. Жизнь вообще вроде. Там, у них, кстати, есть аптечки. Вот, босс. Это я не знаю, это я опять неправильно иду, что блуждать начинаю. Просто жесть. Где эта комната-то теперь? Блин, я столько времени, короче, просто блуждал вокруг да около. Врубаешься, да? Просто вокруг да около. Вот. Ваш.
Ты опять назад идешь. А мне так и так не хватит времени. Блин, надо по новой бежать, короче. Но по новой бежать это пипец, я уже все забыл, как я шел. Это просто дичь. Ой, ладно. Короче, пробегу я заново. Вот. Серию я разделю на две части. Так что, как бы, не обращайте внимания. Да, наверное, пробегу заново, короче. На две части серию разделю. Короче, жесть. Короче, я запарился, но я все-таки прошел все заново. Короче, прошел до комнаты, нашел комнату с финалом, с финальным боссом. Даже там их два финальных босса, два синих друга. Короче, два синяка. Вот так. Я дошел до сюда с полными жизнями. У меня есть здесь еще дополнительная аптечка. Есть оружие дробаш. Один, короче, снаряд в базуке. Накопил, значит, я магнум. Вот. И в автомате чуть-чуть есть тоже. Поэтому я выбираю сразу базуку, короче. И потом буду добивать просто магнумом. Вот. Я сохранился, короче, перед этой комнатой, чтобы потом не блуждать, не ходить. Итак, фигачим, короче, сразу в одного нафиг. И просто его добиваем. Будем добивать, короче, его вот этой вот штукой. Минус один, хорошо. Погнали. Давай, второй, дружище, минус два. Стой. Третий, да еще какой. Какой резвый. Да их тут не два, их тут оба три. Тихо, жизнь, аптечка. А, я замочил. Да ладно, я его загандошил. Ништяк, короче. Три синяка было, вот, и, короче, жесть. Все-таки справились быстро. В любом случае, в том, короче, ну вот, если бы я заново не прошел, у нас там времени было мало просто, поэтому мы бы по-любому, короче, с вами и не успели. Если даже шли бы хорошо, но мы по-любому бы не успели их загасить. Вот, итак, результат. Окей. Результат 25 минут, короче, вот я за 25 минут дошел, 25 минут с половиной дошел второй раз до сюда, вот, потому что я шел уже чисто по радару, потому что я понял, как искать финал, ну, финального босса. Это буква N, вот эта вот желтенькая, это финальный босс, короче, в локации. Ну, тоже там, как бы, блин, показано в одну сторону, приходишь, а там... Кикушка. Так, короче, взяли 200 пуль до пистолета. Интересно. Так, ад задания 2 доступно, окей. Второе задание, я не знаю, мы не будем, значит, с вами, наверное, выполнять. Хотя, если вы в комментариях попросите, напишите, да, сам, ну, продолжать ли мне задание второе, там, каждую вот эту вот локации, вот, посмотреть, что, ну, пройти и посмотреть, что там будет дальше. Вот, то я вернусь в этот резидент, короче, и попробую пройти, вот. Ну, а пока, короче, пока на этом мы закончим. У нас открылся, кстати, режим противника еще. Режим противника. Но это мы посмотрим уже, наверное, в следующей серии. Вот, чисто посмотрим, если зайдет, то мы попробуем пройти. Вот. А насчет пещер, короче, пишите в комментах. Будет интересно прочитать. Ну, а на этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.